Привет, дорогой зритель. Я вернулся. Акклиматизируюсь потихоньку. Такое ощущение, что здесь притяжение сильнее давит. Что-то как-то руки не поднимаются абсолютно. Но зато вчера запилил в группе конкурс. Обязательно зайди. Там все достаточно просто. В самом начале есть на выбор три предмета с сайта AliExpress, которые по итогам голосования один из предметов станет подарком. Подарком тому, кто победит. А победит тот, кто сделает репост данной записи и будет подписчиком группы. Ну, то есть все достаточно легко, все достаточно просто, поэтому обязательно зайди, репостни запись, вступи в группу, ссылка в описании есть, и проголосуй за то, что ты хочешь видеть подарком. А я, в свою очередь, сейчас чуть попозже посмотрю, что у меня там по телефонам набралось, да, там Mi A2, Mi A2 Lite есть по хорошей цене, а шестерочки Redmi подешевели, если вдруг тебе надо, опять же, буду рад твоим заказам. Вот, подмонтирую видео, немножечко выложу про Индию, выложу в том числе в формате Харри что-то рассказывает, картинки вставляются, если у тебя какие-то есть вопросы про Гоа, там в данную поездку я был уже на севере. Север мне, как ни странно, больше понравился, чем юг. Почему? Ну, опять же, расскажу чуть попозже. И, собственно говоря, подпривыкнуть мне немножко надо, да, на машине совсем другие скорости, то есть там 30-40 километров на мопеде, правостороннее движение, скорости 100 километров, никто не пропускает. Кругом сволочи подонки, там просто бип-бип, все, тебя пустили, все хорошо. А здесь нет, здесь прямо летают шустрики. Вот, что еще тебе рассказать, дорогой мой зритель? Очень жаль, что я не взял с собой коптер и не заснял великолепные виды, пляжи, ну и вообще в целом. То есть вот в следующий раз, на следующий год, я думаю, если у них законодательство относительно коптеров не изменится существенно, и я не сменю страну пребывания, вот, я его обязательно возьму. Хотя что-то у меня вот все больше и больше подклинивает, есть желание уезжать уже там, ну, не на месяц, а там на 2-3-4. Ну, посмотрим, как жизнь сложится, что из этого будет. Вот, засим, я думаю, пока все, особо сильно нагружать. Да и нагружаться не хочу. Поэтому, ну, ждите видео, там что-то пришло. На что-то обзор я сделаю. И, собственно говоря, до скорых встреч. Участвуй в конкурсе. Пока, увидимся.